год за годом с накоплением силы дерево должно расти красиво. Кем бы оно ни было, где бы ни было, дерево должно расти красиво. Мне об этом рассказал тот, кто живет под этим деревом. 80-й год, у него открытый разум и прекрасная жена. Их 14 детей от жизни взяли все сполна. Опять год за годом с накоплением силы красиво.